одном городе жил старец, знаменитый своей мудростью, почтенного возраста, но очень бедный. Однажды царь услышал о мудрости этого старца и сообщил ему, что желает посетить его в доме, послушать его слова. «Чем же мы будем угощать царя? У нас дома почти ничего нет». «Принесешь, что у тебя есть, и сделаешь, как я тебе скажу». Когда царь пришел, жена старца принесла арбуз. Хозяин взял арбуз в руку, ощупал его пальцами и сказал жене: «Есть арбуз? Лучше этого». Жена унесла арбуз, но потом вернулась, и в руках у нее был снова арбуз. Старец его ощупал и сказал ей унести этот и принести другой. Жена ничего не ответила и сразу сделала, как он сказал. На этот раз муж остался доволен. Он разрезал арбуз и подал царю угощение. После беседы со старцем царь вернулся к себе во дворец, веселый и довольный гостеприимством, которое проявил старец. Он и не знал, что в доме у старца был всего один арбуз.